Я стою на высоте 1007 метров над уровнем моря. В общем, мы поднялись в горы. Вот как это все здесь выглядит. Да, здесь такая как бы площадка для фотографов. Еще место, где будет вид открываться. Ну, здесь ничего нет, только горы. А дорога, по которой мы сюда наверх поднялись. И с этого места я и начну крутиться вокруг себя. Отсюда виднеется Левада. Что такое Левада? Это такой канал, специально построенный для ручья, наверное. Вот что это. В общем, у меня светит солнце, у меня все отражается, я ничего не вижу. Но думаю, что где-то что-то попало в кадр. Увеличим. В том направлении поснимаем, потом посмотрим, что получилось. Если ничего не получилось, придется моему оператору просто вырезать куски. А вот я вижу, серебрится водичка, а рядом крыша ресторана. Потому что вот там сквозь деревья я вижу зонтики. Я думаю, что там кафешка какая-то и парковка. Лесенку. Лесенка к этому ресторанчику. Аккуратно, надо по ней спускаться. Ступеньки высокие. Уже слышна вода. Вода слышна. Вот здесь вообще, я должна вам это показать. Ступеньки природные, так сказать. О! А вот и вода. Да. Джером Каджером. Он просто не приезжал в Португалию. Ну и на Мадейру. А то бы он знал, что не только немцы строят ступеньки для воды. Наш автобус, к сожалению, сейчас уезжает. Надо бежать. Это северное побережье острова Мадейра. И внизу океан. Здесь чей-то огород. Что у нас растет? Картошка. Картошку собирают здесь. Урожай картошки собирают 3 раза в год. Смотрите, вот тут большая, там поменьше. Еще место, откуда можно больше заснять, но, к сожалению, здесь вот такой крутой спуск. Поэтому стоит барьерчик. Здесь гора, здесь такая смотровая площадка наверху. Но вот над океаном почему-то всегда какая-то такая дымка. Ах да, на горизонте видны горы.
над которыми восходит утром солнце. Значит, наша гостиница где-то там, вдалеке. А это не камыш растет, а сахарный тростник.